Почему такое странное начало ролика? Не знаю. В общем, не виделись с вами с прошлого года, да, где-то так. Что я делал? Ну, в основном, колымил. Да, я занимался укладкой плитки. Это были и средненькие объекты в виде двух санузлов, совсем небольшой заказ фартука для кухни. Даже попался очень большой объект на 150 квадратов керамогранита, но, к сожалению, я не успел его заснять. Ну, точнее, вот, заснял кусочек. Хотя, справедливости ради, я его и не доделал, так что и ничего было снимать. Также был небольшой заказ для товарища, для его производства. Сделать некую декоративную металлическую конструкцию, а также несколько столов и несколько декоративных клумб. Назовем их так. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня будем заниматься сваркой. Приятного просмотра! Ролик снимался еще в январе. Итак, это все будет декоративная стена из профильной трубы 30 на 30 мм и вот такой кладочной сетки толщиной прута 4 мм и квадратом 100 на 100 мм. Но где-то на середине работы я что-то психанул и решил остановить съемку, потому что ролик как-то получался не очень полезным, информативным и, в принципе, не особо интересным. Но раз уж я тут рассказываю, чем я занимался, думаю, стоит включить эти кадры и рассказать еще также про инструмент, который я использовал. И в первую очередь это сварочный полуавтомат от Deka на 160 ампер. У него есть вариант сварки с углекислотой и также с порошковой проволокой. На ней, собственно, я и остановился. Один нюанс – проволока сильно искрит. Немного про сварной шов скажу. В общем-то, от порошковой проволоки достаточно много отлетает капель. Они, в принципе, легко сдираются. Ну, шлифовкой это все снимется. Вот. Что касается чистоты шва, сейчас зачищу. В общем-то, из-за маски я никак не могу увидеть, правильно я иду или нет. И, соответственно, вот где-то я попадаю, где-то нет. Где-то получается делать эти полукруги. Где-то я под каким-то углом и где-то могу. Если у меня получается поймать угол освещения, чтобы видеть, соответственно, куда я веду все это, то где-то у меня получается петельки, где пропадается все, ну, соответственно, сопли и так далее. Аппарат довольно прост в управлении, потому как там пара кнопок да одна крутилка, и даже на нем вот написано, что максимальную толщину он может брать до 4 мм. И если это так, то он мне серьезно понадобится, потому как нужно будет делать ворота в гараж, а там сварки будет, думаю, предостаточно. Ну, в общем, для таких несложных задач аппарат показал себя вполне себе неплохо. Ну, конечно, за исключением маски. Маску надо поменять на ту, где можно регулировать чувствительность, например. А вот аккумуляторная UCHEM от Deka показала себя, прямо скажем так, отвратительно. Во-первых, пока ты работаешь, аккумуляторы не успевают заряжаться. Мне даже приходилось заимствовать аккумуляторы от циркулярной пилы Z-Track. Но это не самое печальное, что с ней случилось. Она поработала со мной всего на двух объектах. Первая — это вот эта металлическая конструкция, а вторая — это на плитке. И вот на плитке верхний подшипник на двигателе полностью развалился. Ну вот, собственно.
Я полазил на AliExpress, и вообще весь двигатель в сборе стоит около 1000, ну, может, 1500. Так что я, если честно, даже не стал разбирать его, да, ну, вроде как и не разборный двигатель, так что, может, попозже закажу целиковый. На фоне я все то же самое рассказываю, просто звук не записался. Ну и вот каков итог работы. Значит, металлическая конструкция, одна штука, три стола и 5 штук деревянных кашпо для цветов. Кстати, это помещение уже мелькало у меня на канале в ролике про ярмарку. Сейчас помещение снимает мой товарищ, который занимается печатью на футболках и, кстати, продает их на Wildberries. Мы где-то лет 5 назад пробовали себя в шелкографии, и у меня даже остался первый самопальный, в кавычках, станок, на котором мы делали первый свой заказ. В общем, если интересна тема шелкографии, то пишите в комментариях, и я сделаю отдельный ролик. Так и вот, как вы уже знаете, с Wildberries я достаточно давно ушел, но продолжать делать изделия для него я не перестал. Не помню, когда, с лета, наверное, прошлого, я познакомился с человеком, который также занимается продажами на Wildberries. И вот он у меня заказал некое количество изделий из дерева. Первый его заказ был — это 200 подносов из сосны, подносы для рюмок. И вот сейчас он заказал еще одну партию, но уже из березы, также 200 штук подносов. Он их продает вместе с рюмками. Соответственно, это как доп. Продажа у него идет. У меня также нашелся еще один человек, который решил со мной также посотрудничать. Не знаю, он, наверное, тоже с Ютуба меня нашел. Но там пока что-то как-то глухо идет с его стороны. Я свою задачу выполнил, первую партию, но там ждем, короче, оплаты. Ну, я надеюсь, все будет хорошо, и все оплатится, и будем дальше сотрудничать. Вот посмотрим, насколько выгодно в таком режиме работать. Для этого заказа я даже решил попробовать поменять ленточное полотно на ленточной пиле. Взять биметаллическое полотно. Там и чаще зуб идет, но вот, кстати, мне кажется, что это как раз-таки не сильно ускоряет скорость реза из-за частоты зубьев. Надо было взять пореже, возможно, даже побыстрее было бы. Но, наверное, преимущество биметаллического полотна не в скорости его реза, а в сроке его службы. Так что посмотрим, насколько его хватит. По рекомендации одного очень известного блогера решил попробовать фрезы от компании Digitool. Взял парочку, посмотрим, насколько их хватит. Сетчатка порвалась. Макита, можно мне еще чуть-чуть таких перчаточек? Надо сделать еще 197 штук таких же рюмошниц. Таймлэпс.
Насчет фрезы Digitool. Я ее покупал на всех инструментах. Я надеюсь, это та, которую вот Слава советовал из своих роликов. Стоила она около 600 рублей, по-моему, одна штука. На данный момент я вырезал чуть больше 60 подносов, и пока что с фрезой все нормально. Надеюсь, хватит на 100. Если на 100 хватит, вообще прям супер будет, потому что 600 рублей всего, ё-моё. Вот. Но все равно отмечу, что при вот этой выборке после 50 штук фреза начала делать вот такую бахрому по краям. Но все же на вид стружка оставалась такой же, как и при первом резе. В общем-то, вот эти подносики для рюмок это отличный ответ на комментарии под роликом, где я выхожу на Wildberries за условные 5000 рублей. Но, в общем-то, основная претензия в том, что помимо 5000 рублей нужно еще накопить достаточно приличную сумму на станки для того, чтобы изготавливать такие подносы. Но ведь человек, который заказал мне эти подносы, у него ведь тоже нет никакой мастерской, он просто посредник. Так что все эти комментарии, я считаю, просто отмазки и отговорки. Я думаю, вы просто не хотите выходить ни на какие маркетплейсы и заниматься всей этой работой. Так, что у нас тут еще есть? Я привез раскроил ДСП. Часть из него это пойдет на шкаф в наш дом. Будет об этом ролик. И часть, половина точнее, это уже коммерческий заказ. Надо бы еще съездить за фасадами. А вот фасадик для нашего шкафа я уже уронил. Вот как выглядит это ранение. Но мне как раз-таки очень удачно прислали комплект для реставрации мебели, в том числе и ЛДСП. Там есть набор воска. Надо будет подобрать в цвет моего ЛДСП и как раз-таки протестировать его. Но это уже будет в следующем ролике. Так, ладно, это все балабольство. Надо бы идти работать дальше. Шел уже какой-то день зимы, так что... Я же что-то хотел сказать, я забыл. Ладно, пускай будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике. Пока.